Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. Более 2 миллиардов рублей на благоустройство Самары. Город выходит на финишную прямую в подготовке к чемпионату мира по футболу. 2 миллиона мальков стерляди в год. В регионе открыли новый завод по выращиванию рыбы. За незаконные свалки ответят в суде, что грозит организаторам 4 мусорок. Осторожно, люди! В Самаре участились случаи жестокого обращения с животными. Что грозит живодерам? Чтобы не лил слезы крокодильи, в день влюбленных крокодилу из самарского зоопарка нашли пару. Более 2 миллиардов рублей выделено дополнительно на благоустройство Самары. Город выходит на финишную прямую в подготовке к чемпионату мира по футболу. И уже к 2018 году должен выглядеть так, чтобы достойно принять гостей и участников Мундиаля. О том, как добиться всеобщей чистоты и порядка, речь шла на встрече с жителями Кировского, Промышленного и Советского районов. В масштабных преобразованиях должно быть задействовано как можно больше простых самарцев. А для этого общественные советы микрорайонов становятся опорным звеном в вертикали власти. Олег Зверев подробнее. Первый среди равных в проведении чемпионата – Кировский район, тот, на территории которого расположен стадион «Самара-Арена», а значит и основной туристический поток Мундиале будет направлен сюда. И выглядеть район должен на достойном уровне, а потому и первый в этом году масштабный форум общественности по вопросам благоустройства прошел именно здесь. Город в этом году получает большое финансирование, чтобы навести порядок на улицах, в парках, во дворах, но важно, чтобы сами жители не оставались в стороне. На личных встречах с жителями микрорайонов нами было предложено всем принять участие в разработке народных проектов благоустройства дворовых территорий, предоставить свои предложения по благоустройству, предварительно обсудив их с жителями. «Чисто во дворе, порядок в стране» – под таким слоганом прошло собрание общественного актива Кировского, Промышленного и Советского районов Самары. В городе идут масштабные преобразования, обновляются дороги, приводят в порядок фасады, капитально ремонтируют дома. По мнению общественников, порядок там, где есть опыт взаимодействия жильцов с управляющими компаниями. «Выходила сама, копала газоны, сажала цветы, и за мной выходили люди. Мы наш двор убираем не только в субботник, но и в зимний период, и весной, и осенью». В этом году Самара получит весомую поддержку на работы по благоустройству. 1 миллиард рублей дополнительно выделяется из федерального бюджета. Еще 1 300 000 добавляет областная казна. Кроме того, уже в самое ближайшее время общественные советы должны стать реальными подразделениями в системе власти. Им передают больше полномочий по организации и проведению работ. Мы создаем не общественную организацию, я хочу вам сказать. Это продолжение некой вертикали власти. От президента, губернатор, город, районы сформировали самостоятельно, я имею в виду, с советами. И абсолютное большинство проблем, которые волнуют людей, а это тот же ЖКХ, то же благоустройство, там, ремонты многоквартирных домов и так далее. Эти вопросы все должны практически решаться на местах. Общественные советы получат и финансовую поддержку, так чтобы итогом всенародного субботника, который продлится весь 2017 год, стало настоящее преображение Самары. И в год Мундиаля город вошел таким, который сможет достойно принять участников и гостей событий мирового уровня. Олег Зверев, Григорий Плешаков, «События». Самарские медики готовятся к проведению игр чемпионата мира по футболу. ФИФА ставит самые жесткие стандарты оказания медицинской помощи. Бригада, которая будет работать на стадионе, проходит специальную подготовку, в том числе и на случай чрезвычайных ситуаций. Но во время чемпионата будут задействованы и другие медицинские службы. О модернизации скорой помощи расскажет Олег Зверев в рубрике «Самара в игре». Марсель. Лето 16-го года. Английские болельщики устроили беспорядки в день открытия чемпионата Европы по футболу. В массовой драке участвовали более 1500 человек. Многим потребовалась помощь врачей. Организаторы чемпионата мира 2018 года рассчитывают, что в России обойдется без подобных инцидентов. Тем не менее, и на стадионе, и на площадке фестиваля болельщиков будет работать медицинская команда в полной боеготовности. Мы работаем на опережение. Мы будем выставлять немногим больше бригад, чем нужно.
Мы будем оснащать медицинские пункты немногим больше расходного материала, чем это требуется. Эти новые реанимобили закуплены для Самарской станции скорой помощи. По сути, реанимации на колесах. Оснащение позволяет на ходу сделать даже хирургическую операцию. Всего обслуживать Мундиаль будут 11 таких машин. Даже если игры пройдут спокойно, шутка ли, 30-40 тысяч гостей будут приезжать на каждый матч. А это дополнительная, причем очень серьезная нагрузка на медицинские службы города. ФИФА очень тщательно следит за выполнением стандарта. Есть специальная комиссия, представитель, именно который курирует медицинское направление. Вот в марте мы планируем встретить и показать, они на каждом этапе контролируют, как вот стадион строительства контролирует, так же медицинское обслуживание. Выбраны и клиники, куда скорая помощь будет доставлять пострадавших болельщиков, а также тех, кто почувствует недомогание. ФИФА согласовала больницу имени Середавина и больницу имени Пирогова. Сегодня предполагается, что система здравоохранения должна сработать без сбоев. Во всяком случае, весь российский и мировой опыт проведения столь масштабных соревнований организаторы приняли во внимание. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События. За незаконную свалку ответят в суде. Прокуратура Самары направила в суд иски о взыскании ущерба, причиненного почвам и окружающей среде, сбросами отходов. Несанкционированные свалки нарушители устроили в 4 районах, прямо в городской черте. Сваливали в основном горы грунта, что грозит организаторам мусорок и почему от ответственности им не уйти, выясняла Марина Кравцова. Это глиняная гора неестественного происхождения. Рельеф рукотворный. На это место свозили грунт. Если присмотреться внимательно, под снегом можно обнаружить целые куски асфальта. Грунт сюда свозили КАМАЗами. И, судя по масштабам свалки, выгрузили не одну машину. Ущерб для природы от таких свалок оценивается в сумму от 30 до 150 тысяч рублей за каждый грузовик. Незаконную свалку устроили прямо под Южным мостом. Остаться незамеченными подобные залежи в городской черте не могли. Сотрудники Департамента городского хозяйства и экологии нарушителей нашли. Факт сброса отходов зафиксировали. В этом конкретном случае с фирмой, которая вырастила гору из земли и асфальта, удалось договориться. Разгребать завал они будут собственными силами и, как положено, все же вывезут грунт на специализированный полигон. Нелегальным свалкам объявлен бой. Рейды по поиску нарушителей проходят ежедневно. Вооружившись видеокамерами и фотоаппаратами, сотрудники Департамента городского хозяйства и экологии сидят в засаде рядом с излюбленными местами для сброса отходов, а порой и выслеживают подозрительные машины. Фиксируем, что КАМАЗы едут с какими-либо отходами. Если едут не в сторону полигона, то однозначно едут в те места, где уже по практике сложилось, что скидывают несанкционированно. Был грунт, со строительных площадок вывозился, то есть он должен был возиться на плановый полигон, но вывозился в те места, где мы их зафиксировали. Кроме штрафов, а для организации они могут составить до 250 тысяч рублей, фирма может грозить и приостановкой деятельности. Также придется возместить ущерб, нанесенный окружающей среде. Если не добровольно, то деньги взыщут через суд, как будет с 12 нарушителями, которые сваливали мусор в неположенных местах в 4 районах Самары в конце прошлого и начале этого года. Отходы пытались спрятать и под мостом на улице Главной, сваливали землю на Ташкентской, Прожекторной и даже Новосадовой. Прокуратура города уже направила иски в суды. Общий вред, причиненный окружающей среде, составил около 1 миллиона рублей. Поскольку до настоящего времени в добровольном порядке указанными лицами вред, причиненный окружающей среде, возмещен не был, прокуратурой были инициированы исковые заявления в суды общей юрисдикции с требованиями о возмещении вреда. В какую сумму оценить вред от незаконной свалки для почвы, рассчитывают по специальной формуле. В рейдах участвуют и представители правоохранительных органов. Также на помощь природе приходят современные технологии. В городе устанавливают фотоловушки, которые запечатлевают неблаговидные поступки водителей грузовиков. Безнаказанным столь халатное отношение к экологии не остается. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Торговые центры Самары станут такими же безопасными, как и аэропорты. Вопросы повышения безопасности в преддверии чемпионата мира обсудили на антитеррористической комиссии. 52 гостиницы уже прошли проверку. На очереди чердаки и подвалы в жилых домах. Марина Кравцова подробнее. В торговый центр через металлодетектор. Это правило должно стать обязательным. Процесс внедрения новшества необходимо ускорять. Через полтора года Самара примет чемпионат мира по футболу.
Безопасность горожан и туристов стала одной из основных тем антитеррористической комиссии при главе Самары. Результаты работы всех структур очевидны. Уличная преступность за год снизилась на 9%. Во многом способствовали этому и рейды полицейских с дружинниками. Необходимо регулярно обследовать, конечно, подвалы, чердаки, заброшенные здания и стройки, и включить это в план обхода ДНД. Отдельно хотел бы попросить вас скверы, парки Старозагора, которые отремонтированы, да, значит, тоже, чтобы при обсуждении с руководством, значит, районного отдела внутренних дел, значит, туда внимание ДНД и полиции было обращено. Внимание к безопасности объектов Мундиаля. Проверку прошли 52 гостиницы, в которых разместят болельщиков. Паспорта безопасности готовят на все места массового присутствия людей. Акцент и на профилактику экстремизма. Помощниками в этой работе могут стать и молодые люди, активисты общественных объединений. А в молодежной среде обстановка с каждым годом все лучше. Преступность среди несовершеннолетних снизилась на 26%. Воспитание – задача и родителей, и школ. Впрочем, и родителям помогают. На базе городского центра «Помощь» у нас работает школа молодого родителя, школа успешного родителя, работает телефон доверия, по которому могут обратиться и родители, и подростки. Не остается без внимания и вопрос мигрантов. Районные власти вправе реализовывать собственные программы, направленные на предупреждение незаконной занятости. А разоблачать нелегальных гастарбайтеров могут помочь ТОСы и общественные советы. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Более 5 миллионов мальков, стерлядей и щуки будет ежегодно выпускать новый завод по производству рыбы. Его сегодня открыли в Безенчукском районе области. В этом году профильные компании региона совместно выловили свыше 800 тонн рыбы. Больше половины добыли предприятия Саратовского водохранилища. Оно является крупнейшим в области. На Волге располагается свыше 700 организаций, добывающих рыбу. Они обеспечивают рабочими местами более 15 тысяч человек. Чтобы обсудить перспективы развития рыболовства, в губернию съехались эксперты со всей страны. Количество рыбных ресурсов в Волге уменьшается, и его необходимо восстанавливать. По мнению специалистов, важно, чтобы во всем Поволжье действовали единые правила по добыче рыбы. Вопросы, связанные как раз с осуществлением донного промысла, значит, тралового промысла, регулированием любительского рыболовства в нерестовые периоды. То есть мы должны все унифицировать в зависимости, конечно, от региональной специфики, чтобы и у рыбаков-любителей, и у промышленников мы нашли между ними компромисс, и каждый из них смог добывать в нужном количестве ресурсы, значит, перерабатывать или кормить свои семьи. Финансируем закуп племенного малька по нашим прудовым хозяйствам и финансируем затраты на приобретение оборудования. У нас есть, и я думаю, вы слышали об этом, и форелевые хозяйства, и карповое разведение, и эти хозяйства уже выходят на широкий рынок и имеют даже торговые точки в наших крупных городах. И это мы должны стимулировать, безусловно. В Самаре дешевеет вторичное жилье. На сколько процентов в цене упала вторичка с начала года, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Цены на нефть сегодня взяли курс наверх, но пока отметку в 57 долларов за баррель не преодолели. Валюта продолжает дешеветь. Курс доллара опустился ниже 58 рублей. И на завтра Центробанк установил курс американской валюты на отметке 57 рублей 73 копейки. Евро 61 рубль 29 копеек. Золото стоит 2294 рубля. Серебро 32 рубля 89 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 58 рублей 50 копеек, дороже всего продать за 57 рублей 95 копеек. Центробанк выпустит пластиковую памятную банкноту номиналом 100 рублей. Посвящена она будет чемпионату мира по футболу и появится в обороте в начале 2018 года. Министерство строительства страны прогнозирует рекордное снижение ипотечной ставки. В этом году она может закрепиться на уровне ниже 10%. А в Самаре вторичное жилье подешевело больше, чем на 7%, сообщают эксперты аналитического агентства. Один квадратный метр в среднем стоит чуть больше 58 тысяч рублей. На этом все. Удачи в делах! В
В жестоком обращении с животными подозревают кинолога. Самарские следователи впервые завели уголовное дело по этой статье. По предварительной версии, сотрудница кинологического центра в октябре прошлого года бросила под колеса машины беременную кошку. Все произошло на глазах у детей. От полученных травм животное погибло. Известно, что обвиняемая Наталья Колпачникова работает кинологом более 10 лет. В полицию обратились коллеги женщины, возмущенные ее поступком. На данный момент она работает, от занимаемой должности оснований ее отстранять нет у следствия. Каким-то образом совершенное преступление не связано с ее должностными обязанностями, это больше характеризует ее как личность. Преступление является небольшой тяжестью, санкция статьи предусматривает наказание от штрафа и максимально до ареста на 6 месяцев. Далее коротко о других событиях дня. На территории Тольяттинского детского сада спасатели ловили кабана, животные передали охотоведу. Выявление диких животных в городах Самарской области далеко не редкость. Так, в конце ноября кабана заметили на одной из главных улиц Самары, Новосадовой. Животное разгуливало по дворам. А летом операция по поимке лося превратилась в целую эпопею. В районе 4-й просеки испуганный лесной житель сбил с ног сотрудника департамента охоты и рыболовства. Мужчина получил многочисленные травмы. Реставраторы доберутся до здания кинотеатра «Художественный» на улице Куйбышева. Речь идет об объекте культурного наследия «Дом самарского купца второй гильдии гласного городской думы Павла Головкина с торговыми помещениями». Соответствующий лот появился на портале госзакупок. Заказчиком реставрации выступает областной Минкульт, который ищет подрядчика, готового за 8,5 миллионов рублей восстановить исторический вид фасада кинотеатра и укрепить фундамент. Все работы будут завершены до 30 ноября 2017 года. Вторая декада февраля в Самарской области будет теплее, чем обычно, на 1 градус выше средних многолетних значений, сообщает Гидрометцентр России. Во вторник, 14 февраля, ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег. Примерно такая же погода ожидается и в среду. Днем столбик термометра может подняться до минус 5 градусов. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. День влюбленных захлестнул всех, и людей, и животных. Пары в день Святого Валентина, подавшие заявление в ЗАГС, смогли пройти экспресс-тест на ВИЧ. А у нильского крокодила Кузи из Самарского зоопарка в самый романтичный день в году появилась невеста. Покорять сердце рептилий будет 12-летняя Герда. Кто и как в Самаре отметил 14 февраля, знает признанный романтик нашего коллектива Андрей Горгуленко. Анна и Александр вместе уже 7 лет и в день влюбленных пришли в ЗАГС подать заявление. А к празднику здесь подготовились. Организовали пункт проверки на ВИЧ, чтобы пары на месте оперативно узнали все тайны будущего супруга. Каждый должен пройти этот тест и быть уверенным, что у нас все в порядке и, соответственно, будет в порядке у наших, наверное, будущих детей. При вступлении в брак необходимо знать не только там родителей, родственников, да, там, зарплату или еще что-то. Наверное, самое важное – это здоровье. И здоровье как будущего мужа, так и будущей жены. Результаты экспресс-теста готовы уже через 20 минут. И они дают 100% точность. Ну и пока есть такая возможность, я тоже решил проверить свое здоровье. Возьму биоматериал из полости рта между губой и десной, сверху и снизу. Узнать результат теста очень легко. Одна полоска означает, что все в порядке. Две полоски – это повод задуматься. Ну, как видите, у меня со здоровьем все хорошо, так что моя любовь защищена. А вот рептилиям проблемы с ВИЧ не угрожают. И за свое здоровье супруги, покрытые чешуей, могут не переживать. Самарский крокодил Кузя за 25 лет жизни превратился в закоренелого холостяка. А все потому, что сотрудники зоопарка не могли определить его пол. И вот недавно выяснилось, Кузя – настоящий мужчина. И на день влюбленных самарские бизнесмены сделали ему главный подарок. В вольере Кузи появилась симпатичная самка. Двенадцатилетняя Герда по размерам гораздо меньше самца. Всего лишь 2 метра в длину и 38 килограмм. Сотрудники ожидают, что нильские крокодилы быстро привыкнут друг к другу. И с нетерпением ждут появления маленьких крокодильчиков. После спаривания, как правило, самка вынашивает до 2 месяцев кладку. Затем готовится делать так называемое гнездо. То есть это куча органического мусора, то есть это листья, сухие травинки, тростник, мох. Куда закапывает кладку. Крокодилы не успели познакомиться, а уже были в числе зоопар, претендующих на звание лучший. 14 февраля в Самарском зоопарке уже несколько лет выбирают самую милую пару.
В этом году первое место заняла счастливая семья сибирских рысей – Барсик и Маруся. В голосовании посетителей зоопарка они набрали 118 голосов и опередили ближайших соперников – енотов на 80 баллов. И теперь у них весь год будет вот такой счастливый знак на вольере. Уже 4 года подряд пара, становившаяся лучшей, обязательно приносит потомство. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. И снова в школу. На один день самарские родители вернулись за парты, чтобы почувствовать на себе, что такое ЕГЭ. В Самарском региональном центре для одаренных детей провели единый государственный экзамен для родителей выпускников. В школах уже вовсю готовятся к проведению ЕГЭ. Досрочный этап начнется 23 марта. Как родители справились с испытанием и что нового ждет выпускников в этом году, узнала Олеся Корецкая. В этом году ЕГЭ будут сдавать почти 14 тысяч выпускников. Сегодня их родители пробуют на себе все этапы государственного экзамена. Допуск, прохождение через рамку металлоискателя, инструктаж и выполнение самого задания. Полное погружение в атмосферу ЕГЭ. На едином государственном экзамене по русскому языку только мамы. Папы не решились. Светлана Иванова зондирует ситуацию для дочери-выпускницы. Девочка очень переживает, как будет сдавать ЕГЭ. Волнуется больше... Что если плохо сдаст, как бы не попадет туда, куда хочется, или что-то на экзамен сложный попадется. Никаких подсказок, телефонов, экзамен записывается на видео. Все по-настоящему. Цель не напугать, а показать все как есть, говорят представители Министерства образования. Хорошая оценка на экзамене складывается из трех частей – знания предмета, процесса самого испытания и правильного психологического настроя и у школьников, и у родителей. Чаще всего родители нервничают из-за того, что они не понимают и не знают, что это такое. Вот когда они в это окунутся, когда они это увидят, мы очень надеемся на то, что и дома будет более спокойная обстановка и более правильный настрой. В Самарском центре для одаренных детей волнуются особенно сильно. В этом году у них первый выпуск. Их воспитанники постоянно участвуют в сложных олимпиадах и конкурсах. И задания ЕГЭ могут вызвать замешательство с неожиданной стороны. ЕГЭ проще по сравнению с любой олимпиадой и любым конкурсом профессионального мастерства. И привыкнув бороться с амбициозными задачами, не всегда школьник сразу автоматом перестраивается и начинает искать сложные там, где его нет. До первого ЕГЭ в марте времени остается немного. Все самарские выпускники уже зарегистрированы. В этом году больше выбрали физику, химию и биологию, меньше обществознания. В самой процедуре экзамена небольшие изменения. Материалы с заданиями будут печатать прямо на экзаменационных пунктах. Из всех дисциплин, кроме иностранного языка, убрали часть с выбором ответов. Тем временем испытание для родителей заканчивается. Как у вас ощущения? Нормальные ощущения, как на экзамене. Вы отличницы, наверное, были, да? Наверное, да. Ну как, трудно вообще, нет? Да нет, все решаемо. После экзамена круглый стол с представителями Министерства образования и педагогами. Родители делятся впечатлениями, вносят замечания и предложения. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. Начало февраля – это традиционное время для лыжни России. Кто принял участие в самом массовом забеге на лыжах, расскажем в новостях спорта. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, в эфире «Самарские новости спорта». Пасмурная погода не остановила любителей зимних видов спорта. На базе «Чайка» прошла 35-я лыжня России. На старт вышли спортсмены всех возрастов, от 5-летних малышей до опытных ветеранов, которые не пропускают ни одной лыжни. Позади 50 тренировок 6 ноября и по сей день. Лыжные выходы в обязательном порядке. Вот. И такой праздник пропустить практически невозможно. Сегодня у нас лыжный день, лыжный праздник. Да здравствует лыжная Россия! Главной изюминкой самарской лыжни стал массовый забег без возрастных ограничений на символическую дистанцию 2018 метров. Даже зимние виды спорта не оставляют в стране такое важное событие, как приближающийся чемпионат мира по футболу. Для нас все-таки такое мероприятие мирового уровня. Я надеюсь, что этим знаменательным забегом 2018 метров люди увидят, именно понимают о том, что мы движемся такими семимильными шагами к этому знаменательному мероприятию. А после массового забега и началось соревнование. Мужчины и женщины выходили на старт в 6 возрастных категориях. Победу в самой престижной от 19 лет до 34 одержали Денис Багаудинов и Луиза Ахмедьянова, которые вписали свои имена золотыми буквами в историю российской лыжни. Это все новости спорта к этому часу. Больших побед вам! Удачи!
А наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на YouTube. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся.